Жив на світі маленький котик, і звали його Олесь. Для друзів і рідних просто Лесик. Іменно такими словами начинается новое произведение двух уникальных людей: украинки-художницы Оксаны Тодоровой и итальянца, композитора и певца Джон Поля Леон. Здравствуйте! Оксана, в чем уникальность вашего нового международного проекта? Сразу скажу, что это детская книга, но не простая книга, а волшебная, потому что в конвертике этой книжки будет еще и диск с записью колыбельной. Соответственно, когда уже ребенок, отдохнув, захочет спать, родители могут поставить замечательную колыбельную. И, собственно, вот этот проект и направлен на укрепление вот этих семейных ценностей. Как родилась идея? Что побудило вас к созданию такой книги? Идея пришла после того, как мой ребенок придумал новую планету для сказки «Маленький принц». Эта планета называлась «Планета людей, которые сидят только в интернете». И вот та проблема, что люди погружаются в какие-то свои заботы каждодневные. Понятно, что нужно обеспечить семью, там, больше уделять внимания бизнесу, но в то же время необходимо и помнить, что дети и их детство имеют какой-то ограниченный промежуток времени. И если будет желание, возможность больше любви и заботы им отдавать по вечерам, в течение всего дня, на выходных, то люди, дети вырастают более счастливыми. Когда я был ребенком, каждый вечер родители садились возле меня и рассказывали сказки. Я безумно любил эти вечера. И на следующий день хотел, чтобы они повторили мне эту сказку. Сейчас я понимаю, что таким образом они воспитывали меня. Всегда были рядом, уделяли мне внимание. Все наоборот было с моей сестрой. Когда она родилась, родители начали строить карьеру. И сестра уже не имела этого счастья сказки на ночь. Я считаю, что родителям нужно больше времени проводить с детьми, прислушиваться к ним. Я считаю, что такие чудесные моменты должны быть в жизни каждого ребенка. Почему для исполнения колыбельных был выбран итальянский язык? И почему именно Джон Поль Леоне? Я посчитала, что этот проект должен быть международный, и он должен был продемонстрировать открытость Украины и желание интегрироваться в европейское сообщество. А что касается того, почему именно Джон Поль Леоне и почему я выбрала именно этого певца, то на моем вернисаже Джон Поль акапельно исполнил несколько итальянских песен. Конечно, покорил своим тембром, своим вокалом, очарованием, и мне очень захотелось его пригласить в этот проект. Я написала ему письмо с предложением принять участие в этом проекте, и Джон Поль молниеносно отреагировал, он написал согласие, подтверждение, и долго рассказывать не нужно, я просто попрошу Джон Поля исполнить несколько куплетов, может быть. Что бы вы хотели пожелать родителям и детям, всем тем, кто будут читать эту книгу? Я хочу пожелать всем, кто нас сейчас смотрит, и всем, кто будет читать нашу книгу, чтобы родители не забывали о своих детях, чтобы они больше времени проводили вместе. Хотя бы на час в день отложите свои заботы, поиграйте с ребенком, отведите его на какие-то занятия спортом. Наша с Оксаной книга – это возможность для родителей возвратиться к тем традициям, которые были раньше, проводить время с детьми и читать замечательные книги. Я хочу пожелать, чтобы родители вкладывали как можно больше любви и заботы, потому что любви много не бывает. Спасибо вам, Оксана, спасибо вам, Джон Поль, за прекрасный, уникальный проект. А мы в знак благодарности хотим подарить вам журналы от наших партнеров Luxury Offers. Это для вас. Спасибо вам огромное.